Так. Всем привет. Так, вижу, одноклассники подключаются. Как дела у наших представителей диаспоры? Те, кто находится в России, те, кто находится в странах Евросоюза. Так, вижу, народ подключается. Так, вижу, народ начинает отвечать. Значит, народ подключается. Так, диаспора пишет, что нормально. Так. Так, Германия даже на связи. Это уже интересно. Так. Ваша Республика Молдова, Соконекта, Сенджерея. Просто я знаю, что в одноклассниках больше находятся те, которые находятся в диаспоре за рубежом. Поэтому как-то не... Те, кто находится в Молдове, не очень сидят в одноклассниках. Вот, выходной день. Выходной день. Поэтому извините, если вас отвлекаю. Просто хороший вечер такой. Сегодня ночью обещают первый минус. Так, Бирюлёва, Обнинск, Германия. Ребят, всем привет. Ну что, будем поднимать диаспору для возвращения домой. Если честно, очень устал. Очень хочу домой. Но хочу домой. То есть, если мы едем вместе все, то, ну, значит, есть смысл там что-то менять. Поэтому, как бы, я благодарен всем тем, которые писали мне письма, что готовы вернуться домой. Готовы вместе на один... единственный протест, поэтому, ребят, я готов. Если готовы все вы, давайте встретимся, обсудим и поехали домой. Потому что пока там есть, как бы, некоторые говорят, что нет оппозиции в стране, некоторые говорят о том, что, как бы, ну, нет смысла возвращаться. Я считаю, что возвращаться точно есть смысл. Так. Вижу, народ пишет, но тут как-то замедленно приходит, не так оперативно, как в Фейсбуке. Так, ребят, кто едет вместе в Молдавию, те, которые находятся за рубежом, просто ставьте класс или окей. Мне вот просто интересно. Я хочу понять, сколько человек готовы из тех, которые находятся онлайн, из тех, которые посмотрят записи, сколько человек вернутся домой. Так вот, пишет Сергей и Екатерина Стамова. Давайте всех полемических проституток разгоним вместе. Ой, давайте. Так, вижу Партиду Ностро Орхея на связи подключается. Так, я вот сегодня варил ухо. На самом деле немного подвели дрова, потому что были сырые. Вот сварил ухо из 4 видов рыб. Сейчас даже подключу, покажу. Вот варил сейчас уху. Значит, здесь у нас кефаль, форель, карп, судак. Просто маленько переварили из-за того, что не было нормального костра. И готовили в полевых условиях, но... 30-40 килограмм прикольного ухи, оно все-таки получилось. Вот. Так. Вижу, народ начинает ставить окей.
это те, кто едут домой. Ребят, меня это радует. Потому что если мы приедем домой, нас будет много, то будет очень прикольно для нас. И очень неприкольно для тех, которые нас там не особо ждут. Так. Так, вижу Санкт-Петербург. Вижу наших земляков. Я все-таки шапку-ушанку накину, с вашего позволения, потому что... Ветер дует, да. Тут у нас есть Леха. Самый прикольный деревенский парень. Сейчас я вам его покажу. Лех, ну посмотри, ну люди ж смотрят на тебя. Вот это Леха. Это Леха. Человек, который ходит в тоненькой кожаной куртке. Зимой, весной, осенью. Даже минус 40 он ходит в этой же куртке. У него есть еще кофта с люрексом. Ну, как бы, он ее одевает только на праздничные дни. Да, Лех? А? Лех, тебя наблюдает сейчас 100 тысяч человек, понимаешь? Видите, какой прикольный Леха? Он пьет лимонад. Лех, я сказал лимонад, а не водку. Запиваешь водкой. Да, лимонад запивает водкой, вот. Так. Несмотря на то, что уже как бы холодно, но вы знаете, вот вечерняя Волга, ребят, для тех, которые сейчас вам покажу, очень прикольное место. Ведь это вечерняя Волга. В этом месте ширина Волги чуть больше 400 метров. Ребят, я вас очень прошу, давайте собираться, давайте что-то делать. Я очень хочу домой. Я знаю, что многие из вас очень хотят домой. Но вот вместе мы точно что-то придумаем такое, что приблизит наше возвращение домой в разы. Ладно? Поэтому всем хороших выходных. Значит, я вас всех обнимаю. Вы ни в коем случае не должны расстраиваться, потому что, да, то, что происходит в Молдове, это очень плохо, но я уверен, что мы вместе с вами вернемся. Думаю, там будет все совсем по-другому. Поэтому всем хорошего вечера, я вас обнимаю крепко. Вот, и вместе возвращаемся домой. И давайте готовиться. Потому что плохие же делают все для того, чтобы мы вместе с вами всей страной уехали на заработки. Но нам лучше на заработки отправить в тюрьму одного плохиша. У него там есть этот киллер Ваня Писатель и прочее там шлоебень. Мы их посадим в одну камеру. Я найду хорошего сварщика, который заварит дверь камеры так, что они оттуда никогда не вылезут. Ну и будем их показывать там, в мире животных, там, Discovery и в других хороших передачах. Поэтому, ребят, всем хорошего вечера, пока. Пишите в привате, давайте собираемся ехать домой, все. Потому что я устал на самом деле от санатория Бельчанка и так далее. Я хочу домой в родные Бельцы. Я хочу вернуться домой для того, чтобы просто дать по попочке всем тем негодяям, которые сегодня в Молдове остались, из-за которых мы были вынуждены уехать за границу. Всем хороших выходных. Жду ваших сообщений в привате, поэтому поехали домой. Пока.